Чувашии прошел крупный град. В минувшие выходные температура резко упала почти на 10 градусов. Во многих районах республики прогремела гроза. Самое большое количество осадков зафиксировано в Чебоксарах и Порецком, сообщает портал «Погода в Чувашии». Крупный град выпал в Батыревском районе. Причиной непогоды стал волновой циклон. Он отступил, однако к концу недели придет другой и выпадут сильные дожди. Температура воздуха в конце недели составит 20-25 градусов тепла, а с 8 по 10 июня столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке.